Приветствую вас, друзья. Прежде чем мы приступим с вами к знакомству и прохождению с Mortal Kombat 10, давайте кратко посмотрим, как же выглядит розничное издание данной игры. Я не буду снимать специальную пленку, я уже это все предварительно сделал. Мы буквально кратко посмотрим, что же за диск, как он выглядит. Что у нас внутри? Ну, диск выглядит достаточно стильно, надо сказать. Сам по себе диск черно-белый, но вот с такими вот вставками голубыми от Sony. Идем дальше. Рекламка, что Mortal Kombat в продаже, и можно уже купить сезонный абонемент. Я думаю, фанаты обязательно воспользуются данной возможностью. Ну а насчет того, насколько игра хороша или плоха, давайте уже будем знакомиться прямо сейчас, и вы сможете принять правильное решение о ее покупке, за или против. Поехали. Ну все, погнали, ребят, пора стартовать. Так, что же у нас тут? Средний размер, полный вид, TV-динамики. Даже не знаю, наверное, давайте, наверное, TV поставим. У меня же маленький размер. Поехали. Mortal Kombat Faction. You will now join one of five factions comprised of Mortal Kombat X players from around the world in a persistent online battle for Earthrealm supremacy. By simply playing Mortal Kombat X, you contribute points to your faction. After each war, the faction with the highest score is crowned faction champion, earning rewards for all of its members. Опа! Здравствуйте! Найс! О, ребят, это вообще угар, конечно. То, что так получилось, весьма забавно. Ну ладно, надеюсь, что больше такого не повторится. Может быть, потому что я выбрал TV динамики, а нужно выбирать средний размерчик, друзья мои. Давайте, может быть, средний размер нам поможет. Так, стоп, да хватит мне эти фракции показывать. Давай. Так, нужно выбрать фракцию. Не знаю, какую выбрать. Давайте Лотус какой-нибудь. Или Black Dragon. Давайте Лотус. Окей. Субтитры будут включены, ребят. Прямо сейчас. Так, поехали. Давайте посмотрим с субтитрами. Все то же самое. Так, аудио. А где субтитры-то? Может быть, они в этот ролик решили субтитры не добавлять? Так, субтитры, вот они. Включены, ребят. Просто в этом ролике не было субтитров. Какой-то странный шум такой. Сложность в сюжете средний. Ну, давайте оставим средний. Выиграть раундов 2. Время раунда, вибрация. Так, понятно. Давайте все ставим по дефолту. Погнали. Мы будем проходить сегодня сюжетку и в конце попробуем поиграть с живыми соперниками. Еще раз предупреждаю, я очень плохой игрок в МК, так что не ожидайте от меня каких-то ультра-комбо. Миллионы лет назад, Shinnok, один из Elder Gods,
turned on his fellow deities and invaded the Earth realm. Raiden and the Elder God stopped Shinnok, locked him up in the Nether realm. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earthrealm. So Raiden convinced the Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds, give Earthrealm a chance. For generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. The war moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Kombat. 2 years ago, we beat him. But Shao Kahn wasn't ready to lose. He violated the rules of Mortal Kombat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders, our friends, were killed, turned into evil undead warriors. Despite the odds, stopped Shao Kahn's invasion. As punishment, the Elder Gods destroyed him. We thought the long nightmare was over, but it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. All part of Shinnok's plan to escape the Netherrealm and resume his war on the Elder Gods. Down nice and easy for me. Don't I always? If by always you mean not once. Major? All right. You have the rendezvous coordinates. Far into the forest. From there we access the portal to Raiden's Sky Temple. Where there's an angry former Elder God and his devils waiting for us. Gods, portals, flying demons. Blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse, if we do not expel Shinnok from Raiden's temple, he means to poison Earthrealm's life force, the Jinsei. And we're not gonna let that happen. Kenshi and I appreciate the Major allowing us to join you. We're happy to help kick Shinnok's bony ass back to the Netherrealm. Да, это правда. Ну что, начались, друзья, драки, квиктайм-эвенты и прочее. Веселая развлекуха.
Уровень сложности, друзья, зашкаливает просто. Так же, как и эпичность игры. Сколько пройдем сюжет? Ну, я думаю, ребят, сегодня пройдем. Не знаю, говорят, 4 часа. Это в лучшем случае. Ухо, мать твою. Тут никакой обучалки нет. Воу. Твою за ногу. Don't say I never did anything for you. Что, раунд 2? Круто, круто, круто. Мать твою за ногу. Вылазь давай, ублюдок. Вот это нормальный имбовый такой удар. Почти не блочится. Зря, наверное, ты решил постримить файтинг. Ну что, братюнь, давай начинай ты стримить тогда. Соня, get out of there! Was unpleasantly cold. Фу, мать твою, еще один нашелся тут. Ух ты! Джонни fucking Кейдж Уин. Да пошел ты!
Мать твою. Фух. Так, L2 плюс P2. L2 плюс R2. Окей. Fared better than the men. Add him to the list of things Shinnok will answer for. Fortify the portal's defenses below. No, Fujin. It is too late. The mighty gods of Earthrealm. You befoul these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friend. You abandoned them to their deaths. I returned them to life. A life worse than death. One you will soon share, and my lord himself shall witness your fall. Nightwolf! Real Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage, killing you will be a pleasure. Давайте посмотрим список приемов, а то я реально играю достаточно плохо. Так, нижний шар силы, высокий шар силы. Орехокол. Кошмар. Как бы это все запомнить-то? Яркий пинок тени. Восход пинка. Легкий фаталити.
Так, близко удерживать L2, то есть R2 плюс квадрат и R2 плюс треугольник. Понятно. Так. Список приемов. Так. Прямой удар рукой, низкий и нежный, удар ладонью. Так, понятно. Сейчас, ребят, подождите, это управление вообще не знаю. Апперкот, прямой с ноги, Джеки Чан, о, Джеки Чан даже есть. Найс. Мутное колено. Давайте, кстати, ребят, вот Мантич, может быть, согласится. Мантич, если ты согласишься, можно будет после прохождения сюжетки тебя подключить по SharePlay, чтобы ты показал в онлайне скилл, а то я вообще играю плохо. В Mortal Kombat не моя эта тема. Так, низкий с ноги, высокий с ноги. Джеки Чан, ну понятно. Комбо. Комбо, неудачный дубль. Статист. Широкий экран. Манчич у меня в друзьях есть, поэтому можно было бы замутить. Так. А можно было бы и подключить посередине сюжета. Хорошо, хорошо. Хорошо, Манчич. Но если вдруг вернешься с работы, то пиши, обязательно подключимся. Я думаю, так будет интересно. Откуда у тебя МК? Да как всегда, из лесу Вестима. Так, почитай описание, там все написано, братюнь. Так, ну что, поехали. Надо как-то запоминать это все. А, специальные приемы еще есть. Давайте быстро глянем. Так, так это все понятно. Они уже были. Ультра-пинок в сальто. Кошмар, это уж надо все как-то успеть сделать. Атака. Приемы добивания. Ну вот, давайте мы все-таки изучим специальные приемы. Это где же там было-то у нас? Легкие. Удерживаем R2, подходим и добиваем. Все, поехали. Так, ни черта не запомнил, ну ладно. Мать твою за ногу! Это Джеки Чан был, друзья. За ногу. Да пошел ты, ублюдок. Не успел я комбо-то сделать, а? Так он меня сейчас порвет. Да пошел ты. Джекс побеждает. Мать твою, на последних люлях. Оу. Блин, нельзя к нему близко подходить, конечно, вообще не вариант. Капец. Да, меня порвали, конечно. Ну давайте попробуем повторить попытку. Но если не будет не получаться, конечно, поменяю уровень сложности. Gotcha!
А что тут можно сделать здесь, ребят, когда он меня хватает? Я не могу понять, есть ли какое-то комбо. Меня просто рвет вообще в хлам. Твою мать! Да ладно! Рентген не получился! Камон! Блок. А блок-то какой у нас, интересно? Вот этот, по-моему, да? Да, неплохо. Не вариант, конечно. Сейчас он меня убьет, надо будет все-таки менять уровень сложности. Да ладно, ладно, не-не-не. А, войти в главное меню все-таки. Ну-ка, давайте-ка. Не, мне все-таки это не моя тема, лучше не позориться даже. Так, на игру работали. Так, повтор. А где настройки-то? Один игрок. А, вот они. Пропусти бой, чтобы узнать разок, что это такое. Ну, не знаю, ребят. Посмотрим. А, типа все, что ли, у Колбасилова? Well, nice seeing them again. Sonia, that's not him. That the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. They guide me. Could they hurry the hell up? You guys stay here. Close the door. Open the reach! You see it now, Raiden. Your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm.
we will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. They fight for me. The Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Oh, sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch! Insignificant speck of feculent scum! How dare you! That is mine! Ready? As always. She will be the first to join me. No! I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. You don't even think of hurting her. Опа. Так он еще и на легком даже. Блюдка. Fallen Elder God. Марк, это правда. Что, еще будет один? Johnny Cage, the amulet!
The Emirates. Enjoy the new digs, Gramps. Sonya? Johnny, did we? Yeah, we got him. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? She called me Johnny. Raiden told me later that I'm descended from some Mediterranean war cult. Bred as warriors for the gods. I've never been able to resummon that green halo. Raiden thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. How about you, Cassie? Can you summon anything like that? Or did it skip a generation? Take it easy, Jin. We didn't need a halo in Darfur. Or Iran. Or Kurdistan. Did we, Jackie? Nope, we didn't. Shaolin monks ever send you there, Jin? I've seen plenty of action. Takeda and I both. Stuff that blow your special forces' mind. At ease. You're all here because you deserve to be. You're beautiful and unique snowflakes. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6-week anniversary. Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. He was smart enough to have Mr. Cage put this team together. I'm glad the Shura Ryu chose me to join. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are gonna retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win, those accords will be history. What's the expression? It's not worth the dirt on my shoe. Kotal Kahn has always bargained with you fairly, Kino. Sure, sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. The long Outworld civil war. Done. Might be nice to kick back a bit, eh? You know Melina's location. And a whole rebel army. It's gotta be worth at least 50. I must attack her immediately. End this conflict. As you say, it drains us. Right. Do we have a deal? What is it, Devorah? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. This one will clear it. Run!
Make way for Kotal-kar! Move! The Tarkatans are in position. We await your order. It is given, dearest Tanya. Stopping a carriage is nothing. Killing an emperor... False emperor! ...requires power. Power you have, Melina. And won't use. It pains me to use it, Rain. I need more time. The usurper's excursion came too soon. The rain falls when it may. No matter. If Kano does what I paid him to do. Now! Do it! You said a mouthful. Wind and air? Keep your 50 million. Melina's given me twice that to take you out. Так, ребят, сейчас мы продолжим.